В него остановили и готовится Поль бить по воротам. Одна из его любимых позиций — уйти слева чуть в центр и завернуть, закрутить мяч в дальний угол, а можно и в ближний. Вот удар, Погба! Но это блеск. Но это блеск. Тут какие могут быть вопросы? Поль Погба просто изумительно, бриллиантово перебросил мяч через стенку и даже готов был к этому удару. Андрей Лунев с ума сходит, по-моему, французский комментатор. Надо ему его толкнуть в спину и сказать, что это товарищеский матч. А то он кричит так, как будто это финал чемпионата мира. Я с ним согласен, Кость, в том смысле, что сейчас Франции действительно очень нужны положительные эмоции футбольные. И вот как Погба зарабатывает штрафной, вот как он его исполняет. Такое ощущение, что поздновато Лунев начал движение. Единственным игроком, который подпрыгнул в стенки, это Федор Кудряшов. Именно над его головой Погба пробил. Здесь, ну, просто идеально. И в самый нижний угол, хоть и прыгнул.